Выход ангела, принца, ласточка. Даже самые сложные элементы воркаута под силу этим ребятам. Обычно они это делают на уличных турниках, но в этот раз их зрители не случайные прохожие, а ученики коррекционной школы. Спортсмены предупреждают, с первого раза колесо не получится. За 2-3 дня таким элементам не научиться, требуется подготовка. Чтобы подкачать плечи, нужно хотя бы уметь подтягиваться чистыми, ну раз 15, чтобы уже уверенно могли себя чувствовать на турнике. Также вис с фиксированными кистями. Помимо этого вы должны укреплять пресс. Вы должны фиксировать ровный уголок как минимум секунд 15. Игорь – самый младший воркаутер, ему 9 лет. Спортсмены нередко показывают по телевизору. Игорь пока еще не достает до турника, но у него уже появились поклонницы. Тоже говорят, что меня видели, спрашивают, смеются. Там один мальчик маленький, там с ворота делал. Не понимаю его там. В перерыве между мастер-классами свои силы пробуют и ученики. Подтянуться 10 раз для некоторых легко. Учителя физкультуры поддерживают всей школой. Ошибки делают даже чемпионы. Без падений побед не бывает. Пожалуй, на сегодня это главный урок. Понравились. Так крутились, но один чуть упал. Воркаутом может заниматься каждый, неважно, сколько тебе лет и в какой школе ты учишься. Главное – не лениться. Теперь у ребят есть пример для подражания. Спортсмены сильные, хорошо подтягиваются. Поднимаются, спортом хорошо занимаются. Нормальные, хорошие парнишки. После усиленных тренировок настает время для общения и, конечно, фотографии. В этой школе воркаутерам будут рады всегда.